Ох уж эта лодка, а! О, как вы его отшвырнули, как, ой, швырнулись сами. Хорошо, хорошо. Два уже получается, да? Да. Мячик, мячик, шарик, шарик. Все, пинаем его, пинаем. Надеюсь, он сейчас поможет нам. Двоих разом. И вот так, возможно, победить за счет этого. А куда он уехал? Он куда-то уехал, ребята. Покинул трассу. Точно, покинул трассу. Давай вот так быстренько. Ой, как красиво только что было. Эффектно самое главное. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым. Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Detol, и мы играем в Драйфахи! Да, ребятушки, мы продолжаем проходить, а также испытания... Да, этот Hot Wheels у нас! Конечно, Hot Wheels у нас доступны новые тачки уже сейчас, ребята! Вы смотрите, какие крутые! А мы продолжаем дальше, отправляемся в испытания и проходим скорость против колес! Посмотрим, что это за такое интересненькое. Да, давай посмотрим, и что у нас здесь будет. Смотри, вниз нельзя падать, что ли, или можно? Или... Да, можно, можно падать. Слушай, хочется на него просто налететь. Просто застрянешь. Да, хочется на него налететь. О, как некрасиво мы перекувыркнулись, и ничего страшного. У нас здесь всего лишь один проигрыш. Опа, вот это было изи. То, что нужно. В этом плане сейчас машинка наша нам подмогла. И здесь я думаю... Ой-ой-ой, да а ладно. Здесь мы налетели головой. Так, давай, знаешь что, не лететь, а подождем. Перепрыгнуть? Чуть-чуть. Опа! А здесь можно вылететь. Ха. Да ладно, вы прям вылетели и сразу убились? Ну вот такая вот карта. Вот такая вот карта. Ой, ребятки, будет... Слушай, малышок, малышок какой нас... опасный. Малышок на нас налетел прям сверху, 4-1, ну тут, наверное, мы уже не выиграем. Ой, да ладно! Что мы врезались? Ракетница, ракетница. Ракетница внизу. Стреляла, ребята. Ну что ж, испытание Hot Wheels, вторая. Ой, ты смотри, она поднесла прям нас вверх. Он куда-то летит, летит, и сейчас будет неловкий момент. Неловкий момент, эксперимент, ребята! Синему супер! Очко, отлично, мы победили. Так, у нас здесь уже танк. Ты танк! Смотри. Оу! Да ладно. Здесь вообще без шансов было, без вариантов, потому что он летел прямо на нас сверху. Ох уж эта лодка, а! О, как мы его отшвырнули, как, ой, швырнулись сами. Ай-яй-яй-яй. Да ладно. Не все, и застряли, представляешь? Но здесь нужно, мне кажется, притормозить немножко на танке. А на этом? На этом тоже можно притормозить и вот так, возможно, победить за счет этого. А куда он уехал? Он куда-то уехал, ребята. Покинул трассу. Точно, покинул трассу. Давай вот так быстренько. Ой, как красиво только что было. Эффектно самое главное. Так, танчик, танчик. Ой, тетю, ракетницы, танчики, ракетницы. Бьем, бьем. Все, все. Противник уехал, ребята. 4-2, пока что мы лидируем. И пятая победа осталась. И вот мы так. Ее тоже сейчас возьмем, потому что он уедет. А нет, уехал, не уехал. Хотел. Ну, ящиком прям в нашу голову-то, а? Как обидно, ящик все нам обломал. И очень важно сейчас победить. Очень важно, очень. Мы застряли и победили, ребята. Смотри, отлично. Мы вот эту штуку, которая антигравитацию ему на голову прям насадили. Да, прям сверху, ребята. Ну что ж, крутая была игра, отличная. Так, давай-ка посмотрим, что у нас еще есть. Давайте проходить дальше, ребят. Hot Wheels, Hot Wheels, а мы откроем-ка ящичек попробуем. Давай, может, золотой и что-нибудь интересненькое нам. Давай, выпили. Давай, золотой, золотой ящик, золотой, золотой, золотой. Нет, каска, шлем новая, рокер простой. Ты смотри, какой там хайер есть, а? Прикольно. Так, ну-ка, поехали. У нас один игрок, задание. И, насколько я помню, мы в какой-то пальмовой вот этой локации, кажется, нет? Нет, дальше. На пляже где-то мы, да? Что ты пролистал, мне кажется, 14-14, вот, 9-30. Вот они, летние острова, ребятки, и покоритель зыбучих песков. Ой, как здесь сложно было играть, ребята, в прошлый раз я помню. Давай-ка попробуем. Опа, нет, здесь мы не были. Здесь точно мы не были, это что-то новенькое, мы что, побеждаем там или чего? Я что-то пока что не пойму. Пока что побеждаем. Главное вот с этим мячиком не столкнуться и с крабиком. Ой, мячик тут, и крабик. И крабик, и мячик, ой. Ой-ой-ой, результат 4, а сколько нам нужно? Наверное, 5 нужно было. Да ладно, ты. Да, и правда, ребята, практически победили.
Так, обратно отпрыгиваем и сверху бам ему колесо. Хорошая тактика. Хорошая, вот так вот на дыбы встали. А у нас, смотри, кстати говоря, наш хайр вот этот прикольный. Да, это новая наша каска. Ты смотри, два противника у нас здесь. Не даемся. Ай-яй-яй, с двух сторон, ребята, обложили. Зажали в коробочку. Зажали у нас лодка, что ли? Да, это лодка. Можем плавать? Да. Опа, в другую сторону. Первый раз мы доехали на эту сторону. Практически зацепили. Ай-яй-яй. Ах ты, смотри, как я думал проскочить, а не помешала мороженка. Давай, назад разгончик. Оба! Сверху. Ах, сверху не получилось. Кролики, ну ладно, ничего мячики. Страшного. Что ж здесь куча мала какая-то, а? Вот, два, хорошо, дабл килл. Так. Не даем ему подъехать. Ой-ой-ой-ой-ой! Завалил нас, просто завалил. Да, ребятки, прям вообще прям так сильно на нас накатился, а? Опа-на, этого мы задавили быстренько своим давлением. Ой, а вот это нас задавит. Да. Задавил, ребятки, даже не знал, что делать. Опа! Большая пожарная машина. Хорошо, разносит, лодочка. Разносит всех пух и прах. Смотри, подкидали мы ему крабиков. И атаковали его. Крабики! Ты смотри, а? Крабики. Вот это один крабий раз, бунбул. Один раз помогли нам, а второй раз... О, смотри, какая мощная машина у нас. Очень мощная. Ты смотри, шарик мы куда-то вообще в другую вселенную сейчас отправили. Сейчас бы как бы он на нас обратно не вернулся к нам. Так, ну... Ой, да. как жалко, ребята. Шарик аж выбили из этой игры. Да, мяч куда-то улетел вообще. Ай-яй-яй, как же мы на него не насели-то, а? Хорошо. Низу два уже получается, да? Да. Мячик, шарик. Все, пинаем его, пинаем. Надеюсь, он сейчас поможет нам. Двоих разом. Нет, ни одного. Ай-яй-яй, ты смотри, ни одного. А так красиво бы сейчас получилось. Было так бы круто, согласен. Ой, опа! У нас какой-то прям зерноуборщик, но мы его лишились, ребята. Да. Мячик. Вот, смотри, мороженка. Комбайн был, да, у нас? Комбайн. Вот так, минус один. Ой, угостили мороженка. Одного мороженого, второго два. Тоже угостили. Слушай, ну она... Ай-яй-яй-яй-яй. Только хотят похвалить эту машинку, что она устойчивая. Земля менялась, и мы попали прям на стык литосферных пылит. Так. Крабики. Зажали нас. То есть в углу. Надо назад. Ай, не надо было назад, смотри, у нас голова очень низко. Назад вообще очень плохо. Так, какая-то мощная баги у нас здесь. Оба-на, перепрыгнули, обманули. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, задавит же. И что поделаешь, ребята, задавил. Так. Массы своей. Лодка. Лодка, лодочка. А у него вообще какая-то... Кокос на голову, что творится, ребята. Так. Комбайн опять. Комбайн, как вот интересно, О, краб победил. Краб. Спасибо тебе, краб. Противника. Комбайн. Смотри, можно разогнаться там на краю справа. А я думаю, боюсь, что не разгонимся. Почему там ускорение? Ах ты как, а? Прям своим носом подставился. Опять комбайнер наш? Эти на комбайне никуда не улетишь. И, к сожалению, хотел его отбросить далеко, но... Но он газовал. Смотри, ой, какой малыш. И мы проигрываем. Смотри, а сейчас бы шарик полетел хэт-хит в него. Хэт-хит был бы. Да, хэт-хит был у нас. Так. Вот, хорошо. Вот это какой-то... У нас лодка такая интересная. Очень большая лодка. Машина-амфибия. Машина, да, амфибия. Ой, подлетаем, ребята. Хорошо. Будь здоров. Спасибо. Правда. Так, отлично. Ай-яй-яй, ребята, ай-яй-яй, земля, помоги нам, земля. Давай, разгончик, хорошо. Улетели. Две мороженки, может, они разберутся. Кстати, это неплохая тактика, постоянно вот так крутиться. Да, и они сами там друг на друга наложатся. Ну, типа того. Ой, как же он своим кокосом нам надамажил. Просто они две большие машины, и были поменьше, было бы попроще. Так, ну что, у нас маленькая машинка. Ой, а мы хотели улететь далеко и надолго, но не получилось. Смотри, прихлопнули его, как тараканчика. Хорошо. Так, вот ты смотри, какой этот бургер-тачка. Ой, такая быстрая, какая быстрая. Ну, ее вынесли. У нас один привод, что ли? Я что-то не понял. Опа, проскочили. А этот появился неожиданно. Появился, ребятки. Слушай, какая сложная игра все-таки. Ненавязчивая, но сложная. Головами просто друг от друга ударились. Да здесь ничья, определенно. Шлем был. Ой-ой-ой. Ах, как бы носиком. Ой, ты смотри, как разбился об нашу корму. И этого прям хорошо задом раздавили. Оба-на. Убежали. Пять секунд осталось. И давим. Сейчас. Да. Ах, ты ж как, а. Ну, сзади, видишь, тоже была лодка. Уже давили нас.
Так, крабик летит с нами. Ай, хорошо, таксист нам помогает. И, ой, отлично. Осторожно, крабы. Ой, крабы, ребята. Крабы с нами. Так, направо, мне кажется, нужно разогнаться и взлететь. Давай, раз. Ой, не разгоняемся, но побеждаем, ребята. Ну, опа. Один остался. Я не знаю, мне кажется, еще два нужно. Ой-ой-ой-ой. Перевернулись, ребятки, перевернулись. Так, слушай, победить 5 врагов. Слушай, мне нравится, что здесь меняется локация. Оп! И машинки меняются. Ой, как мы напрыгнули, а! Так, лодочка. Эту лодочку не забрали. Не получилось. Ну, давай, Лодкин. Ну, давай, подъезжай нам, подъезжай. Ой, сейчас, мне кажется, нет. Раз и назад. Супер, вроде было все, казалось бы, все хорошо, но... Ах ты ж, как неправильно здесь мы поехали. Так, ну что ж, давай-ка еще разочек попробуем. И крабики. Ай-яй-яй, мячик. Так, фух, давай крабом его застой, как вы красиво его крабом добили, ребята. Ну что ж, сегодня мы не справились с этим испытанием, ребятки. Вам огромное спасибо, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь этим видео со своими друзьями. А с вами была команда Ньютон. До скорых встреч в новых видео. Пока.